Девчонки, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал в новое видео. Ой, так намучилась я, конечно, с этим видео. На самом деле, оно у меня было уже практически отснято, и я совершенно случайно все удалила. Там уже было и отснято, и намонтировано. Ой, я сегодня пришла на педикюр, села в кресло посмотреть, что у меня там есть, сохранить кусочки. Какие нужно было домонтировать, чтобы прийти домой сейчас озвучить, его сохранить, выпустить. Сегодня 14 февраля, мне хотелось, чтобы оно вышло сегодня. Но, в общем, получилось, как получилось. Немножко кривовато у меня стоит. Ладно, я уже не получается ровнее сделать. Вот, в общем, хочу начать это видео с очень классной для нас, прекрасной новости, которую мы уже очень долго держим в тайне, и вот я очень рада, что у нас так получилось. Вот, что получилось сохранить это на максимально долго в тайне только для нас. Не потому, что мы верим там в какие-то приметы, еще что-то, а просто очень хотелось сохранить это для нас. И у нас так каждый раз на самом деле происходит. Вот это то, что хочется держать в секрете, держать в своей семье. Максимально до последнего. Ну, с кем-то я поделилась, с кем мне хотелось, как бы, и все. Вот. Ну и давайте перейдем к самой новости. Многие уже догадывались, как мне под некоторым шортсом кто-то писал комментарий, кто-то нас с мужем видел на улице, спрашивали. Меня кто-то видел вот на улице тоже. К сожалению, когда, или к счастью, когда меня видишь на улице, это уже вживую, это уже скрыть невозможно. Потому что видно, мы ждем четвертого малыша. Такая у нас новость прекрасная есть, чудесная. Я очень рада, что сообщила ее вам. Вот, потому что, конечно, сейчас у меня начало, когда... Причем мы в этот раз всем очень поздно сообщили, но вот вначале я поделилась с несколькими людьми, потому что мне очень хотелось. Потом мы сохраняли молчание, поделились с родителями и этим, и резко начал расти животик. И сейчас вот он прям очень быстро растет, хотя его очень долго не было. Вот, и поэтому... Скрывать это сложно, когда снимаешь видео, нужно выбирать ракурсы. Ну и все равно, как бы это уже понятно по некоторым видео было. Вот, но я очень рада, что поделилась этим с вами. Хочу попросить вас, пишите, какие темы насчет беременности вам бы было интересно, на какие темы посмотреть видео, может быть, я что-нибудь сниму. Вообще, как и говорила, видео вопрос-ответ, хочу поделиться, рассказать свои истории всех трех беременностей, так вот вкратце, да, чтобы это вышло, ну, минут там на 20 видео. Вот, чтобы для себя оставить это в памяти, просто у меня уже даже план этого видео готов, чтобы не растекаться мыслями по древу, вот, ну, а так больше никаких идей нету, ну, и не очень хочется менять тематику, конечно же, канала, мне когда Елисей был маленький, я, да, я больше мотивации на уборку снимала, сейчас, конечно же, их продолжу снимать, поэтому немножко не моя история это рассказывать про материнство, про беременность, ну вот прям вот углубляться в это все рассказывать. Может быть, мне захочется, я чем-то поделюсь, вот, но посмотрим. Вот. Загадывать ничего не буду, может, мне что-то щелкнет, я резко захочу, но как бы планов таких, чтобы менять там тематику канала, у меня нету. Я люблю мотивации на уборку, продолжу их в любом случае снимать. Эти видео даются мне намного проще, чем разговорные, намного быстрее они снимаются, и плюс я что-то делаю по дому, и когда я, знаете, сниму мотивашку какую-то, весь день что-то делаю, снимаю, убираюсь, я под вечер себе так прекрасно чувствую, в таком замечательном настроении, потому что дома кучу всего переделала. Вот. Ну, я очень, в общем, рада, что поделилась, в общем, с вами этой новостью. Теперь мне будет снимать легче видео, в том плане, что легче выбирать ракурсы. Конечно, вот сейчас у меня резко начал расти живот, появились кое-какие проблемки небольшие
с которым я сейчас работаю. Вот, и это все влияет на мою активность. Я сейчас не могу быть такой активной, как раньше. Вы, наверное, заметили, что и шортс меньше выходило, потому что мне было сейчас тяжеловато, вот прям реально тяжеловато. Мне нужно было много лежать. А я прям вот почувствовала, что мне нужно много отдыхать. И вот, я старалась отдыхать как можно больше. Сейчас понемножку, потихоньку я прихожу в себя. Сходила я на прием к остеопату, и пока я вот сегодня второй день, я прям чувствую, что мне стало намного легче. Уже на 6 минут болтаю. В общем, девчонки, вообще снимала это видео немножко по-другому. Была первая часть мотивационная, потом дальше там поболтали и так далее. Но получилось, что я много чего поудаляла, поэтому сегодня у нас 14 февраля, и я вам покажу, как проходил мой день немножко. Вот, и дальше вам покажу, я заказывала небольшой заказ продуктов, мисс Валберис забрала, там и для меня были штучки. Вот, засняла шортс утром, постаралась. Мы вообще этот праздник 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, мы их не празднуем. У нас это просто такой, знаете, такие праздники весны. Уже надоели эти все серые будни, все однотонное. Вот пошла себе сделала яркий маникюр и яркий такой же педикюр. На ногах захотелось мне яркого. Вот, уже устали от всего этого темного. И просто это повод, знаете, устроить себе небольшой праздник, немножко отключиться от этих серых будней. И сегодня вместе с вами мы сделаем капкейки. Хочу порадовать вечером своих деток. Я сейчас пойду скоро Костю забирать с тренировки. Я вернулась с педикюра, и мне надо доделать мои капкейки, приготовить ужин, немножко прибраться. И я вот смотрю сейчас на солнце. Я сегодня утром встала, обрадовалась, что у меня аллергия моя стала уходить. Ну, а я сейчас села к окну, снимаю и вижу, что она вот, вот она вся. Вот, в общем, так что будем такими делами заниматься, девчонки. Желаю вам приятного просмотра. Обо всем поболтала, как обычно. Бегала в улыбку радуги, прикупила всяких. Но нужны были щетки, в общем, а такая, оказывается, это проблема купить щетки детям, потому что нужно, чтобы они были одинаковые, но разного цвета. Вот, взяла случайно 4. Ладно, мне понравились другие, но было только в 2 цветах, чтобы не было потом никаких проблем. В принципе, объясняешь, все нормально у них там, не дерутся ничего. Но все равно лучше брать 3 одинаковые, просто в разном цвете. Вот, взяла такие в этот раз с таймером. Еще проблема, что не заказать на маркетплейсе, потому что там цвет не выбрать. Придут 3 одинаковые. Вот, но это тогда будет про запас. Потому что было много разных, я хотела взять другие. Ну, это нам с мужем. Но другие щетки. Было только, допустим, 2 цвета. Вот. В общем, видимо, нужно ловить, когда поступление в магазине, приходить и сразу набирать побольше. И взяла еще себе вот такие резинки для волос. У меня все резинки что-то куда-то делись. Взяла такие мягкие, чтобы ни заломов, ничего не оставляли. Такие крабики. Свою челку закалывать. Ну и удобно, когда спереди волосы заколоты дома, когда что-то делаешь. Хочу все записаться, подстричь себе волосы. Вот, это яички в садик. У нее прям там нет резинок. Вот взяла именно в таком и в косметичке, чтобы было удобно там хранить. Прозрачный, думала с дома взять косметичку, а потом увидела вот эту прозрачную, чтобы там видно было тоже воспитателям, что там резинки, чтобы не ковыряться, не искать. Вот. И набралась масочек разных. Я вообще противник тканевых масок, потому что они оттягивают лицо, как патчи, да. В общем, ускоряют процесс старения. Вот. Но сейчас нравится. Использовать. И где там была акция, 2 по цене одной взяла, 2 такие и 2 вот такие. Не знаю. Обычно мне в улыбке радуги не заходят маски. Но посмотрим. Вот. На эти прям ставлю ставки. Это, ну, не знаю. Вот. Смотрела, каких меньше, какие чаще берут. Те и брала. Потому что вообще без понятия, что за маски там по качеству. Вот. Составы тоже. Я в них особо там не разбираюсь. Поэтому как бы
Беру наугад. Ну, я хотела еще показать, что очень удобно у меня здесь все хранится. Вот. Это утром тут мы с Елисеем собирались, у меня волосы феном сушил. Всем мазался, как мама, надо за мамой повторять обязательно. Вот, все мои тут крабики. И я мне перетащила, нашла у себя в косметичке мои. В принципе, для моих всяких штучек мне вот этого достаточно. Ну и плюс у меня еще вот здесь свободный отсек. Ты ей сюда своего наложила. Можно что-то сюда положить. Тут какие-то расчески тоже хранятся. Удобно организовала я хранение с этими органайзерами из Leroy Merlin. Пришел ко мне заказ из ленты. Немножко заказывала продуктов, но получилось на 3 700, почти на 4 000. Вот. Заказывала все для... Мне нужны были, в общем, фрукты и немножко для капкейков. Сегодня среда, вчера только покупки сняла, и у нас такое сейчас моя болталка. Все вам что-то показываю, рассказываю, вот. Ну, давайте покажу, что купила. Что заказала? Яблочки, яблочки обязательно у нас всегда не должны быть. Апельсины брали вкусные, отборные, по-моему, это для сока. Нет, это, наверное, для сока. Вот, мандарины немного. Взяла фруктов, потому что, возможно, поедем с мужем в четверг-пятницу на закупку продуктов, поэтому как бы не стала набирать особо. Вот так взяла, чтобы на пару дней было. Вот, ну, либо уже там в конце недели, может, в магнит схожу, потому что пока вроде ничего из продуктов такого глобального не нужно. Очень захотелось мне зелени, укропа и петрушки, вот. Я сейчас как раз все в соде замочу. Мне как раз опустили мои контейнеры. Вот. Будем все кушать. Значит, что еще? Масло сливочное мне нужно было. Рожный сыр. Это все мне для капкейков. Сахар. Себе для кофе взяла сливки. Как раз вот у меня там чуть-чуть буквально осталось. Йогурт. Я сейчас люблю на завтраке очень бутерброды с авокадо. Кстати, авокадо тоже взяла Хас. Вот. И когда мне наваждение надо, я дополняю еще, например, кашей. Да, сейчас у нас яиц нету опять домашних, поэтому ногу поставила. В общем, поэтому я делаю себе на завтрак часто, например, каша с йогуртом. И у меня есть сироп такой, есть, как он, гуавы, по-моему, он такой сладенький. Банан, какой-нибудь фрукт могу добавить. Вот, и бутерброд с авокадо, с сыром один, и этого хватает вот прям на 3 часа, 4 спокойно мне, чтобы я не чувствовала голод. Вот, и перед вождением у меня в четверг и в пятницу 2 дня подряд вождение в 10 утра. Особо готовить что-то будет некогда себе на завтрак, поэтому вот такие варианты меня спасают. Взяла сразу 1 большую упаковку йогурта. Я как раз на четверг половинку съем, в пятницу половинку с кашей вообще. На ура. И взяла сыр фета, вот этот мой любимый. Я думала, он у меня еще есть. Я вчера готовила, варила булгур. Я люблю очень булгур с фета, именно на горячий, именно на фета выложить горячий булгур, фета чуть-чуть подплавится, и сверху огурцы, помидоры, ну, салатик, вот. Я все сделала, залезла в холодильник, смотрю, у меня, оказывается, фета закончилась, она у меня обычно всегда есть в холодильнике, поэтому заказала, у меня еще немножко булгура осталось, может, сегодня себе на ужин сделаю. Так, яйцо взяла, потому что сейчас домашних яиц у нас нету, и, в общем, ну, чтобы были для выпечки, там иногда сварить. Ну, стараюсь в магазины яйца вот так просто не есть, их куда-то выпечку запихивать больше. Детям такие хлебцы, они с утра встают часто голодные, просят что-нибудь вкусненького, вот, даем им по-быстренькому. Пачка улетает у них за утро, но еще мы с мужем помогаем. Вот такое молочко Елисея безлактозное было по скидке, и в прошлый раз мы с мужем ездили в ленту, там было одно оставалось безлактозное и с низкой жирности, а я это увидела, плюс оно на скидке, взяла 2 упаковки, вот, Елисейки. Ну, мы в каши их добавляем, в пюре вот это молоко добавляем. Блины, например, Елисей без разницы, какое молоко, у него ни на какой реакции нет. То есть, а вот именно в пюре, в каше важно, чтобы было безлактозное молоко. Ну и так тоже попить, вот, там какао сделать. И очень захотела молочный коктейль, взяла себе такой клубничный. Вот, надо его припрятать. Чисто для меня буду его потихонечку пить, смаковать. Вот, детям, потому что такое стараемся не давать, но если они что-то такого хотят, молочного, сладенького, можем какао сделать, либо
куркума латте напиток. Но вот эти вообще коктейли молочные, вот именно такие, конечно, у них состав плохой. И мы им либо сами делаем, например, там молоко с бананом, они очень любят. Либо в ресторан они могут прийти, попросить им заказать коктейль. Ну, так как бы вот лучше, чем вот это. Все равно. Так, и я взяла еще нашему дружочку пирожочку. Палочки, естественно, разные. Вот, почему-то брала вот этой фирмы, по-моему, но почему-то они маленькие стали. Или мне кажется. Ладно. В общем, и взяла шампунь. Вообще, мы с мужем, когда ездили на закупку продуктов, я вот этой фирмы случайно взяла себе кондиционер. Было написано вот здесь шампо. Я решила, что это шампунь. И такая упаковка удобная, как крем. Приехала домой, открыла, смотрю, оказывается, это кондиционер. В общем, поэтому я взяла еще этой фирмы шампунь. Плюс я, когда заказывала продукты, почитала, что на него очень хорошие отзывы. Решила, точно надо брать. И маленькая упаковка, ее можно в ванной спрятать, чтобы ей не вылило. Потому что от натуры сибирики шампуни, у них такая длинная упаковка, и ее там тяжело спрятать. И ее находят, и, в общем, делает себе пену, когда он купается, моет своих детей, машинки Костя там автомойку устраивает. Поэтому у меня шампуни долго сейчас не живут. Но вот это у них период такой, у них все периодами. У них это вот проходит, они не трогают месяц, два, три, стоит им кому не нужны, то им резко все надо, и они выливают просто все, что видят. Ну что, я все подготовила. Воду эту вытереть. Вот. В общем, вытираю воду. А освободила фрукты от упаковки, вот эти моются, вот, потому что пойду мусор выбрасывать сразу, чтобы выкинуть кучу упаковки. Потом это будет, на ужин достала, хочу сделать вот эту чечевицу. Пакеты нормальные, которые оставила, пригодятся нам с Марселем гулять. Сказала, буду потихоньку пить полбанки, уже выпила. Ну, вообще невкусный, не очень. Вот, не то, что я хотела. И подготовила все для капкейков. Мне нужно только сбегать сейчас купить кефир и на Валберисе забрать формы. Суп уже надо выключать и снять пену. Уху. Очень удобно. Я вчера вечером поздно, там, часов 11, поставила рыбу, сварила. И оставила на плите остывать. Но у нас тут сейчас на кухне прохладная ночь, потому что минус 20 на улице. То есть, ну, не испортилось ничего. И я утром проснулась и просто вот все почистила, поставила вариться. И уже в бульон был остывший. Вот, что удобно. Я сейчас вернулась в Валберис. У меня висит скатерть снова здесь. Буду скоро ее отпаривать, наверное, вечером. Ну, если успею. Мне через час запись на педикюр. Мне сейчас надо все очень быстро успеть. Вот, купила форму сразу на 12 капкейков, железную, чтобы было... У меня есть силиконовая форма, и неудобно, она не держит форму, когда ты ее ставишь в духовку. Вот. Ну, она держит форму, но все равно неудобно. Я хотела именно вот такую вот. Без понятия, можно ее мыть, нельзя в посудомойке. Вот такая вот. Для маффинов, капкейков, в общем. Чтобы я именно ее брала, чтобы у нее ставить... бумажные формочки. Вот. Вот они. Обычный белый взяла, потому что быстрая была доставка на них. Вот. Как раз они сюда войдут отлично. И набрала этих бальзамов, которых мне посоветовала моя подписчица. Я один взяла, попробовала, мне понравился. От Эвелайн вот такие. От Эвелайн вот такие вот бальзамы. Взяла с манго и с вишней, по-моему, в этот раз. В прошлый раз брала с кокосом вроде. Вот. Ну, запах такой был у кокоса химический, но нормальный. Он быстро как-то выветрился. И... Но этот приятно, вкусно пахнет манго. Вот. Так, и еще один. Я два брала. С SPF 10 даже. Я, кстати, уже начала SPF пользоваться. Солнышко сейчас выходит. Вот, распихаю их везде. Один в тумбочку положу, второй в коридоре, чтобы перед выходом на улицу брать. Вот, вишневый. Тоже приятно. Ой, как вкусно пахнет. Вообще, мне и понравится. Она стопудово себе попросит отдать ей. Вот, она очень любит вот эти все штучки.
Ну, если у нее настроение в стороне, то ей предложишь помазать губы, возможно, оно у нее появится. Иногда это срабатывает. Вот, и еще взяла посыпки на капкейки. Хочу капкейки сейчас сделать, чтобы они остыли, пока меня не будет. Вот. Посыпки, сердечки вот такие вот. Крупные, кстати. Так. И еще моя мама дала мне попробовать. Мне очень понравилась черная соль. На Вайлдберрисе много разных. Вот. Я заказала сразу килограмм. И у меня есть большая банка, я насыплю. Она типа полезнее, чем обычная. Так вот, в салаты добавлять, на хлебушек с маслом помазать. Попробую в суп какой-нибудь добавить. Это обычная соль, она просто как-то там вроде обжарена в ржаной муке, и она полезней. Вот, чем соль. Ну, просто соль, короче говоря. Она там как-то очищается или что-то такое. Вот, взяла, короче, две пачки. Мне сейчас надо за час сделать капкейки и ужин. И ровно через час у меня запись, так что я побежала, посмотрим, что я успею. Приступила я к готовке. Скину обязательно рецепт этих капкейков «Красный бархат» в телеграм-канал свой. Говорю сразу, что они прям вот очень вкусные. И рецепт простой, простые максимальные ингредиенты. Если там, допустим, крем вообще не делать, так вот, знаете, делать как кексики, там, порционные на вечер, то вообще очень быстро готовится. Так что я его обязательно сохраняю в копилочку своих рецептов. И, как обычно, он будет в моем телеграм-канале. Ну и фоном смотрю сериал. Спрашивают меня в шортс. Девчонки, извиняюсь, что не успеваю отвечать на комментарии, потому что сяду под вечер отвечать. Или когда я куда-то еду, есть немножко времени, отвечаю. А когда вечером сажусь, понимаю, что засыпаю. Вот, но постараюсь в ближайшее время сейчас всем на все ответить. Вот, спрашивают шортс, когда показываю, какие сериалы мы смотрим. Я сейчас смотрю сериал «Постучись в мою дверь» турецкий. Уже 105-й раз начинаю его смотреть. Не знаю, хватит мне в этот раз его до конца посмотреть или нет. Я, по-моему, первый сезон посмотрела до середины, там, до 20-х серий, и потом просто, знаете, отрывками что-то где-то видела, то есть я знала, про что там дальше, и потом я посмотрела вот второй сезон весь, потому что там вроде немного серий было. И я начала снова смотреть турецкую версию, и сейчас вышла наша российская версия. Мы с мужем параллельно по утрам ее еще смотрим. Причем у меня муж не любит турецкие сериалы, то есть вот не любит он, когда я их включаю, а вот эта российская версия ему нравится. Он и с удовольствием ее смотрит, такое легкое, знаете, он там фоном может что-то делать, работать, и оно играет, и вроде интересно, и, ну, как приятно, в общем, смотреть. Я обычно не особо фанат российских каких-то сериалов, а у меня муж смотрит в основном только их. Вот, сполоснула тут фрукты, положила новую партию, протираю форму, и в тесто я добавляла краситель красный, решила прям весь добавить, потому что когда он готовится, он как-то, я не знаю, тесто становится светлее, чем когда ты его замешиваешь, поэтому решила, мне там полтюбика оставалось, его и добавить. И я переборщила с тестом, нужно было тесто меньше уложить. У меня потом все убежало, когда готовилась, все поднялось. Но я вышла из ситуации, потом вам покажу как. В общем, как видите, мне захотелось прям очень сильно чего-то яркого. Захотелось прям весны-весны. И капкейки красные, маникюр и педикюр у меня тоже красные. В оригинальном рецепте, кстати, советовали в кондитерский мешок перелить тесто и накладывать. Ну, я вот как по старинке, как обычно, ложкой его формы выкладывала, немножко запачкала и потом все протерла, потому что когда готовится, это присыхает, засыхает тесто, и его сложнее потом убрать. И заметила, что на дне тесто плохо замешалось, было не такое красное. Поэтому нужно было еще немножко помешать. Ну, убираю все в духовку. В рецепте было написано там минут 15-20. Ну, конечно, у меня дольше он выпекалось, там,
наверное, минут 25-30 даже так, потому что, наверное, все-таки я тесто больше налила, чем нужно, но не наверное, а точно. Хотя делала все как по рецепту, там было написано, что на 8-10 капкейков, ну не знаю, может быть, они больше диаметром, хотя вроде как бы формы одни и те же, вот видите, как они поднялись сильно и убежали немножко. Бегала я на педикюр, вернулась, быстренько тут все сделала, вот, пока смотрела, что я наснимала. А, значит, в общем, убежало у меня тесто. Надо было, конечно, меньше ужить. Плюс я сейчас добавляла кондитерский разрыхлитель в тесто, от него оно прям прет. Плюс еще кефир, это просто гремучая смесь. Хотя в рецепте было написано, что этой смеси хватит на 8-10 капкейков. У меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как раз 10 капкейков. Вот, я отрезала шляпки, отрезала то, что у меня... Убежала. Вот столько остатков. Я уже попробовала. Это безумно-безумно вкусное тесто. Просто не оторваться. Такое оно не очень сладкое, нежное. Просто вау. Вот. Я решила его оставить. Если у меня останется крем, я сделаю что-то типа трайфлов. Я их никогда не делала, но я знаю, что их делать вообще не сложно. И я еще успела сейчас быстро сделать ужин. Мне просто еще за Костей сегодня бежать. Здесь мне чечевица, надо включить вытяжку. Вот, пряная чечевица, я вам ее показывала. Вот такая. Хочу попробовать, я прям делаю по рецепту, который на обороте, вот по нему с тофу буду делать. Вот. Ну, детям дам без тофу, а мужу с тофу. Ну, и если дети у меня не захотят чечевицу, они с радостью поедят вот это вот. Это индейка, обжаренная в яйце с двух сторон. Я ее обваляла в муке, обжарила в яйце быстренько и просто отправила запекаться в духовку до готовности. Они это с огурцами, с помидорами на ура точно съедят. Ну и вечером попьют чаек. Ну и вообще мне есть или 7 садика приходят сытые, потому что там ужинают. И как бы дома они с чем-то перекусят. Фруктами, чем-то вот таким. Поэтому, будет, думаю, будет достаточно. И давайте готовить скорее крем, доготавливать все, потому что мне еще много чего хочется успеть. Над кремом я решила тоже не заморачиваться, голову не ломать, не думать, что делать. Делала все по рецепту, 100 лет не делала такой крем. Именно творожный сыр со сливочным маслом. Мы вообще со сливочным маслом крем делаем только на медовик, потому что для нас он тяжелый и такой жирненький, но решила на капкейке сделать, ведь тем более дети у меня очень любят крем. И в этот раз как-то показалось он нормальным, ну, видимо, потому что когда делаешь все-таки в торт, там еще идет эта начинка, и как бы тяжеловато от такого крема. А тут, в принципе, начинки никакой не было, поэтому, ну, только тесто, по сути говоря, и крем. Поэтому нормально. Тут я попробовала остатки теста на ложечку с кремом. Очень вкусно. И он такой не сладкий. Прям вообще вот сохранился этот такой сырный вкус. Вот. Но я все равно немножко сахара добавила. Но так потом, конечно, честно говоря, пожалела, потому что и так вот было вкусно. Вот прям в меру сладко. И вот этот сырный вкус сохранился. Выкладываю крем в кондитерский мешок, с которым я все никак подружиться не могу. Сейчас увидите. Он у меня отвалит. Смотрите. Ну и потом я, недолго думая, решила не заморачиваться. У меня там были другие мешки кондитерские, не ставить уже, а просто ложкой выложить чайный аккуратно. Тем более дети вот привернулись домой и смели это все просто за считанные секунды. Поэтому решила уже время на это не тратить, не разбираться с этим мешком. Просто, мне кажется, ложкой уже реально было в моем случае быстрее. На самом деле... мне прям вот реально сложно, я не понимаю, что я делаю не так, но у меня постоянно какие-то проблемы, то крем в другую сторону вылезает, то еще что-то, у меня многоразовый мешок, купленный еще одноразовый, но не получается, мне не дружу я с ним, поэтому проще выложить ложкой. Но, девчонки, без приключений не обошлось, сделала эти капкейки, смотрю, что вот пока их собирала, пока все насыпала, они стали немножко крем такой, уже не особо, ну, не то чтобы он там, ну, немножко стал таять, все равно там масло, да, оно чуть-чуть тает, стал мягче, чем был, когда я накладывала, скажем так. Ну, и, естественно, я решила убрать в холодильник, понятно, я бы это и так сделала. И когда я пошла забирать Костю с тренировки, я его забрала, говорю: Кость, у нас дома ждет сюрприз, я вам сделала кексики. Вот, он такой обрадовался, прибежал домой и постоянно спрашивал об этом, он уже об этом рассказал и с Елисеем.
И постоянно спрашивал, когда, когда. Я говорю, после ужина, после ужина. Вот, ему прям не терпелось их попробовать. Хотя он, ну, открыл холодильник, все посмотрел, все нормально. Ну, то есть, как бы утолил свой интерес. Вот, скажем так. И когда я уже накрыла на стол, говорю, Костя, иди, доставай. Вот такие красавчики у меня получились. Он побежал, достал тарелку, стал ставить на стол, перевернул, и все упало. На вот эту скатерть, которую, кстати, не успела погладить, решила так застелить. И мне, честно говоря, так больше понравилось. Вот, как она выглядит. Поэтому в этот раз у нас вообще скатерть, можно сказать, один вечер прожила, чистая, и то даже не вечер. И купила такие цветочки, забежала в цветочный магазин после педикюра, не помню уже, как они называются, решила их подрезать, и коротко потом подрезала, увидела, что коротковато, но я вот озвучиваю на следующий день, я забежала в Фикс Прайс, купила вазы пониже, вот, а эту вазу я тогда оставлю, ну, для тюльпанов на 8 марта, и она мне, знаете, больше кажется такая зимняя, такая вот стеклянная, прозрачная. Тоже я брала в Фикс Прайсе, удобно, что она большая, и вообще вот я иду, допустим, в Фикс Прайс, всегда там смотрю вазы, потому что они там недорогие, если дети ударят, что-то стукнут, не так жалко. И смотрю всегда в Фикс Прайсе посуду, если прям что-то очень нравится, тоже беру, потому что не жалко, если разобьют. Сделала себе такой трайфл в стакане, и попила с ним потом чаёк. Нашла такое сердечко, и я вчера с садика принесла, позже сюда. Подрезала, конечно, коротковато. Нет у меня маленького ваза. Хотя нет, есть, сейчас поставим. Либо потом. Ладно, потом, наверное, вечером поставлю маленькую вазу. Вот, такие красивые цветочки. Правда, сильно их подрезала, конечно. Но там вариантов не было, потому что... Ну, в общем, получилось так. Ладно, будет так. Вот, и вот такой трайфл у меня получился, а-ля трайфл с клубничным вареньем, буду сейчас пить чаёчек. Ну и давно у меня в закладках лежала такая фотография с такой вот подделкой, хотела сделать вообще это с детьми, и начали мы это делать с Костей, но когда Костя увидел клей, он стал сам клеить там какие-то свои штуки, вырезать, в общем, все, вылил полбанки клея, в общем, у него начался творческий процесс, его было не остановить, поэтому решила, что приклею я сама, из картона вырезала два сердечка, просто сама от руки их нарисовала, вырезала, мы покрасили их краской, несколько дней назад, это уже заготовка у меня давно лежала, и еще из бумаги вырезали разные сердечки. И вот суть была в том, что нужно вот так обклеить все это. Мне показалось это красиво, так интересно, по-весеннему, вот. Ну, я думаю, что... И, ну, нужно было что-то повесить на дверь. У нас там висел венок, там есть эта вешалка, да, новогодний венок. И я смотрела разные варианты какие-то, знаете, с цветами венки, что-то мне не очень все это понравилось дело. А увидела вот такую штучку, и мне понравилось, решила попробовать повторить. Вообще, я сделала два сердечка и планировала их ленточкой связать между собой, вот, ну, чтобы одно было побольше, второе внизу висело поменьше, но я стала клеить, поняла, что уже не успею, решила сделать одно, и на второе мне, скорее всего, сердечек не хватит, и пришла вечером с садика, и она увидела, что вот это висит на двери, увидела, что у меня тут лежат, я специально ставила сердечки клея, не стала убирать, думала, вдруг кто-то придет из детей садика, захочет это делать, и я захотела, позвала папу, они с папой вдвоем сидели, клеили, у них там получилось по-своему, они не делали так объем, как вот я пыталась их, да, немножко согнуть, но тоже у них получилось очень красиво, но мы уже не смогли там приделать, чтобы оно снизу висело. И потом сверху я привязала ленточку и повесила на дверь. Ну, а наше видео подходит к концу. Девчонки, спасибо большое, что досмотрели его до конца, поделилась с вами нашей прекрасной новостью. Очень-очень этому рада. Спасибо всем за просмотр и пока!